хочу довести до вас информацию о том, что у нас прошли публичные слушания, которые были назначены заседанием, решением Совета депутатов 5 апреля 2022 года за номером 010531. Значит, публичные слушания прошли 12 мая в период с 17 до 18 часов. Проходили они в зале заседаний Совета депутатов. На публичных слушаниях присутствовали 4 жителя, а также присутствовали депутаты Абертасов и Андрианов. В ходе публичных слушаний предложения и замечания по исполнению бюджета муниципального округа Москворечья Собора за 2021 год не поступало. Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Москворечья Соборова о годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа Москворечья Соборова за 2021 год. Итоги публичных слушаний. Поддержать проект решения Совета депутатов. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний депутатам Совета депутатов. Не позднее 7 дней были направлены. А также результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечья Собурова. Уважаемые депутаты, информация доведена вам в полном объеме.